Формально происходящее в Бостонском федеральном суде – это еще не начало процесса по делу Джохара Царнаева. Но именно от итогов этого установочного заседания, то есть от того, признает себя подсудимый виновным или нет, зависит весь ход дальнейшего процесса. Наблюдать за появлением подсудимого можно было по специальной видеотрансляции. Перед судом, потерпевшими их родственниками, он предстал в оранжевой арестантской робе. В тюрьме Царнаев отрастил волосы. Адвокаты накануне слушаний говорили едва ли не об инвалидности своего подзащитного, но из того, что...